Сводный отряд барабанщиков Дворца детского творчества открыл большой общегородской праздник с вдохновляющим названием «По компасу за горизонт», посвященный 1 сентября. Горизонт – это образ тех целей и достижений, к которым стремится человек. Вступая в новый учебный год, ребята, полные надежд и предвкушения, тоже ставят перед собой новые задачи. Я хочу подтянуть английский язык, поучаствовать в олимпиаде по русскому языку и математике. Давно не видела своих одноклассников и учителей, соскучилась по школе и школьной форме. Я хочу пожелать всем школьникам, чтобы они хорошо учились, чтобы они никогда не унывали и добивались всего, что хотят. Можно опять увидеться с одноклассниками, появляются в этом году новые предметы, ну и вообще учителей увидеть. А что вы ждете от учебного года? Ну, новые знания. Я желаю хорошо учиться, все понимать, ну и, наверное, удачи. Торжественная часть мероприятия школы «Росатома» прошла в театральном сквере. Солнце припекало, повсюду были видны белые, синие и оранжевые воздушные шары. Атмосферу праздника дополняли выступления вокальных и танцевальных коллективов Сарова. Поздравить школьников с Днем знаний пришли почетные гости. Впереди вас ждет увлекательная, наполненная интересными событиями жизнь. Для этого в Сарове работает очень много проектов. Особенно в рамках программы «Школа Росатома». Она предоставляет уникальные для вас возможности проявить каждую грань вашего таланта, чтобы достичь высоких достижений как в творчестве, так и в образовании. Я хочу вас всех поздравить. Поздравить особенно первоклассников, которые сегодня начинают им дать старт в эту страну знаний. Я хочу поздравить с этим днем бабушек, дедушек, родителей. Я уверен, что их мечта, что их дети и внуки станут высокообразованными, умными людьми нашей страны, она сбудется. По доброй традиции, 1 сентября поздравили и наиболее активных работников Департамента образования, учителей и руководителей школ, педагогов дополнительного образования и вручили им благодарственные письма и подарки. После этого ребята отправились на вторую часть праздника в парк имени Зернова. Там для них подготовили разнообразные интеллектуальные и спортивные состязания, мастер-классы и образовательные площадки. Сегодня было много народу, у нас было очень тепло, это понравилось. Линейка была интересная, танцы красивые. В парке тоже очень красиво, много детей. И вот сейчас пойдем, наверное, на аттракционах кататься. День был замечательным, выступление около фонтана было прям отличное. Рад? Да, я очень рад. 9 класс – это экзамены, волнение. Но волноваться нечего, это все пройдет. Я могу пожелать только успехов, удачи, хороших оценок. Но главное не волноваться, и все получится. Самые ловкие и активные участники, которые собрали жетоны, получили билет на аттракцион. На набережной выступил оркестр Саровской дивизии Росгвардии. Завершился праздник акцией «Мы вместе в День знаний». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.